Быдло. Ну, в этой стране попутали. На курицу я с тобой пойду. Напиши бумагу. Бумагу напиши. Сучонок, блядь. Я выйду с тобой на улице. Почему вы меня оскорбляете? Бумагу тебя? Напиши. Потому что ты... Бумагу напиши. Ты кто такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Слышь, ты чучело. Кто ты махаешь своими руками? Что ты такой? Напиши бумагу. Бумагу напиши. Ты не будешь возражать. Давай бумагу напиши. Ты что меня оскорбляешь? Такой... Я тебя уже оскорбляю или кто? А кто? А ты такой родился. Ты пришел сюда, на эту землю таким. Пишу, дедушка, блядь. Дедушка, я тебе напиши, ты, бабушка. Бумагу напиши. Ты что, тварь, а? Руки свои убери, я же тебе... Руки убрал свои. Не дотравайся до меня, потому что я человек. А ты животина. Руки убрал свои. У меня похитили мобилу. Мобила где? Руки убери. Отойди на 3 метра от меня. На 3 метра отойди, я тебе еще раз говорю. Нападение на журналиста. Да нормально, теперь их надо просто уже закрывать и что-то с ними делать, потому что это черти, которые на эту землю пришли. Сделайте им замечание. Закрытый судовый процесс, ты что, охерел вообще, блин? Тебе конституцию, хер положить на конституцию. Своих обов'язків. Є порушенням конституційного ладу. Одне з останніх рішень Великої Палати Верховного Суду України. Шановний. А Ступак ликует, смотрите, радости у него. Он выбил очки, разбил на лицо. Вот эти на потом. Телефон разбил, порвали рюкзак. У меня есть видеодоказ. Его свидетель. У меня есть видеодоказ. Прямой эфир. Вы знаете, что такое напасть на журналиста? 345? А, там нет, это да, похеру мне. 12 лет тюрьмы, да? Вы все будете говорить или... Вы будете компенсировать мне то, что вы натворили? Вы мне, он мне выбил телефон, он мне разбил очки, он мне ударил в лицо. Запомните. Это что за херня такая вообще? Этих особей, которые зашли на эту землю, принимают присягу на верность украинскому народу, а служат не по... Вы же подмяты какие-нибудь подпушечные. Дебилы вы. Вы запознавательные знаки, перешкоджают доступ до відкритого судового процесу. Порушують конституційну засаду. Одну з конституційних норм. 129 статті. Закривають вільний доступ до процесу. Ви що, офігевши тоді? А? Ви що, перепутали? Видло. Ви в одній стране попутали. На курицю я з тобою пойду. Напиши бумагу. Бумагу напиши. Сучонок. Я вийду з тобою на вулицю. А чого ви мене оскорбляєте? Бумагу напиши. Тебя. Потому що ти хрен. Ти хто такий? Хто ти такий? Хто ти такий? Слышь, ти чучело. Хто ти махаєш своїми руками? Что ты такой? Напиши бумагу. Бумагу напиши. Ты не будешь возражать. Давай бумагу напиши. Ты что меня оскорбляешь? Такой... Я тебя уже оскорбляю или кто? А кто? А ты такой родился. Ты пришел сюда, на эту землю таким. Ты что, дедушка? Дедушка? Я тебе напиши, ты бабушка. Бумагу напиши. Ты что, нападение на журналиста. Да. Это вы стреляете. Нападение на журналиста. Ты что, охерел? Руки упали. Ты что, охерел? Мобила где? Мобила где? Мобила где? Мобила где? У меня похитили мобилу. Мобила где? Не знаю, что это такое. Мобила где? Мобила где? Вызывай 102. Нападение на журналиста. Это что? Это ты встрял. По полной программе. Давай, фотографируй. Пошли. Конвой. Снимай их. Реальные черти, они... Ты чучело, блин. Все, пошли. Бумагу напиши мне. Бумагу напиши, что претензий не будешь иметь потом ко мне, блин. Я выйду с тобой. Тут батальон крім вас знает, как я воспитываю, блин. Колись просили меня, блин. Свобода приходила мне, ты рассказывал. Бумагу напиши, что ты не будешь возражать разбитый нос. И выйди с тобой. И я выйду с тобой. Катализатор сейчас устраиваем, все денег будет возможно зарабатывать. Чучело. Чучело твой дед. Так что орать? Так а что, вы что, сделайте им замечание? Сделайте им замечание. Открытый судовый процесс. Ты что, охерел вообще, блин? Оперативную группу вызовите сюда. Нападение на журналиста. Дзержинский суд, место Кривый Риг. Ударил. Того же этого ударил, очки разбил.
Я свидетель, если что. А будь это заседание чи не, а? Ужас. А где Руслан? Кушай.